Нашла Лего клад? Мы знаем, что с ним делать. Смотри свежие идеи для кукол в нашем новом видео. Кто не мечтает о собственной комфортной ванне? Да еще и с прозрачными стенками. И такую красоту сделать очень легко. Берем пластину 8 на 16 и выстраиваем белые бортики в два ряда, оставив посередине квадрат 8 на 8. На пустые точки устанавливаем стеклянные блоки. Третий ряд бортиков завершаем из белых, розовых и голубых блочков. Крепим милые розовые полочки, оставив свободное место по углам. В один из них ставим кран, и ванна готова. Соединяя между собой различные детальки, можно получить коллекцию разных баночек и флакончиков, которые будут здорово дополнять интерьер ванной. Шампуньки и кондиционеры, мыло и гели, лосьоны и масла. Все это уже на месте, а значит, можно набирать ванну. А какая же ванна без пены? В создании пенного волшебства нам поможет баночка мыльных пузырей. Наша куколка уже спешит окунуться в теплую водичку. Ох, какое блаженство! Тот, кто изобрел ванну, настоящий гений! Пока кукла Лол принимает пенную ванну, мы быстренько смастерим тумбочку. Наша девочка обрадуется такому подарочку. А пока подарим ей резиновую уточку. Кря-кря! Не ванна, а сплошное удовольствие. Но совершенству нет предела. Можно зажечь свечки для уютной атмосферы. Теперь это точно станет любимым местом в доме у нашей куклы. Куклы тоже любят шопинг, и наша Барби не исключение. Соберем удобный стеллаж для магазина обуви с помощью Лего. Для начала сборки нам понадобится 6 деталей конструктора размером 2 на 4. Поочередно крепим их под углом так, чтобы было похоже на винтовую лестницу. На самом верху конструкции устанавливаем квадратный лего-кубик. Заставляем стеллаж обувью. Туфли, кеды, кроссовки – все поместилось. Но обувать кроссовки на весу не слишком комфортно. Делаем небольшой, но устойчивый пуфик. Для сборки мы будем использовать 9 квадратных деталей 2 на 2, как на верхушке стеллажа. На ножку сверху по кругу крепим 4 кирпичика для сидения. Собираем устойчивое основание пуфика из оставшихся еще 4 деталей. Слышала сегодня распродажа. Я успела? Вау! Голубые кроссовки! Именно то, что я искала. Так-так, примеряю. Сидят идеально, беру сейчас же. Что делать, если малышка Лол подросла и ей нужна новая кроватка? Не проблема, если под рукой Лего. Формируем основание кровати. К серой пластине крепим поочередно белые детали, расширяя основу по краям. Розовыми декорами размером 1 на 4 украшаем изголовье. Добавляем белую и желтую мелкие детали так, чтобы вся конструкция напоминала корону. По двум углам и в центре устанавливаем бирюзовые фонарики. Добавляем пару декоров внизу кровати и переходим к ножкам. На дно по углам кровати крепим по кубику. Кровать завершена. Но это еще не все. Куда в спальной зоне без прикроватного столика? Собираем его из белого кирпичика 2 на 6 и пластины такого же размера. Всего 2 детали и готово. Добавим уюта в спальню игрушечным единорогом, любимой игрушкой нашей малютки. А с лампой Шопкинс куколке будет не страшно засыпать в темноте. Постелим на кровать постельное белье и подушку, чтобы все было готово к возвращению хозяйки. О, у меня был такой насыщенный день, вы даже не поверите. Поскорее бы укрыться пледом и уснуть. Сладких снов на новом месте, малышка. Как скучно в кукольном мире без интернета. Никакого Ютуба. Давайте соберем компьютер и мебель к нему для куклы Лол. Нам понадобится одна большая плоская деталь размером 6 на 10 для основы стола и вот такие остальные. На розовую поверхность будущего лего-стола крепим серую пластину 2 на 6. Это основание компьютера. Рядом из белой детали такого же размера будет клавиатура. Делаем подставку для монитора. Кладем кирпичик 1 на 4 как основание. Регулируем ее высоту еще двумя деталями 1 на 2. Время монитора.
Собираем экран из трех белых кирпичиков размером 1 на 6. Серые пластины сверху и снизу будут рамой. Не хватает только мышки. Рядом с клавиатурой ставим деталь, похожую на кнопочку. Осталось прицепить ножки по углам стола. Мы собрали отличное место для работы и отдыха. Стоп! Чего-то не хватает. А как же стул? Лего, выручай! Основой послужит квадратная деталь с крутящимся кругом сверху. Так наш стул будет вращаться по кругу, как настоящий. К основанию крепим белую пластину размером 2 на 4 и делаем ярко-желтое сиденье. Теперь добавим розовую спинку. Две детали 1 на 4. Уже готово? Ура! Наконец-то собственный компьютер! Жду не дождусь посмотреть новое видео от любимого канала Лалилу. Даже у себя во дворе Лол хочет чувствовать себя как в уютном кафе. Давайте соберем из Лего уличный стол со стульями. Большая деталь размером 8 на 4 – основание нашей конструкции. На нее начинаем выстраивать ножки сидений и подставку стола. Стулья собираем симметрично. Сидениями будет пара кирпичиков 4 на 2. Из двух элементов складываем каждому спинку стула. Добавим высоты подставки стола деталями 2 на 2. И последний штрих. Плотно закрепляем столешницу, чтобы выдержала любые блюда. Кто звал Лол завтракать на природе? Я уже здесь. Целых два места? Ничего, я настолько проголодалась, что готова съесть за двоих. Где же лучше расслабиться, если не в большом кресле? Для основания возьмем пластину 6 на 8. Делаем спинку из двух кирпичиков 1 на 4. По обе стороны крепим розовые перила. Добавим такой же розовый кирпичик на спинку. Теперь нужна желтая деталь и голубой фонарик для декора. Подставка для молока и кресла готова. Украсим место вазоном с цветами и на всякий случай оставим молочко для куклы. А вот и я. Оу, вы перенесли поближе мое любимое растение. Его, кажется, пора полить. Теперь самое время отдохнуть на новом кресле и любимое молоко под рукой. У каждого должно быть хобби. Но что делать, если ваша кукла – парфюмер? Вариант номер один – просторный стеллаж. Лего-человечки помогут нам принести все детали. Нам понадобится 3 фиолетовых кирпича размером 2 на 12, 2 узкие длинные пластины 1 на 10, 8 маленьких белых элементов и 2 держателя вывесок. Большие фиолетовые детали будут полочками. Между ними ставим боковые стенки из белых кирпичиков размером 1 на 2. Вторую и третью полку повторяем аналогично. Сверху стеллажа по бокам крепим вывески. Место между держателями заполним двумя белыми пластинами. Пузырек духов можно сделать из одного кубика Лего, а крышку – из кнопочной детали. Мы знаем, как девочка Лол любит духи, потому решили подарить ей много интересных флакончиков для экспериментов. Надеемся, ее обрадует наш тайный подарок. Не может быть, откуда столько духов? Кто-то знал о моем хобби? Теперь я сама создам столько парфюмов, что заполню все пузырьки на стеллаже. Лучший сюрприз в моей жизни. Хватит постоянно убирать разбросанные вещи в кукольном домике. Сделаем из конструктора Лего куклам свой стеллаж для игрушек. Нам пригодятся вот такие 5 серых пластин и целая куча разноцветных кирпичиков. Серые детали будут полочками. Боковые стенки делаем из деталей любого цвета. Чем они будут ярче, тем красочнее спальня. Вот таким ярким и радужным вышел наш стеллаж. Расставим на нем игрушки. Как все ровно и удобно поместилось. Пока куколка Лол спит, давайте сделаем ей сюрприз и перетащим стеллаж сразу в ее комнату. Вот она удивится, когда проснется. Я слышала сквозь сон какой-то шум. Может, приснилось? Встану, лучше проверю. Да это же новый стеллаж с игрушками. Хочу играться всеми игрушками сразу. Но теперь точно не забуду убрать их обратно на место. Что соберешь из конструктора ты? Пиши в комментариях и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о куклах на канале Лалилу.